Здравствуйте, дорогие друзья и гости канала «Про Росток и не только». И у нас сегодня вести со стеллажей. Теперь уже со стеллажей. Первое, что хочу показать, это распакированные эустомочки. Вот как они себя чувствуют. Разлопушились. Листочки увеличились. Вот такие вот они уже большенькие стали. И честно сказать, я их еще не подкармливала. Это пока только результат пикировки. Ну вот это вообще прям получается. Коробочка вообще замечательная. Напомню, вот эти растюшки, они посажены 3 января. Есть поменьше, но, наверное, это зависит от сортов. Сейчас вот покажу. Вот здесь чуть-чуть меньше, но опять-таки чувствуют себя замечательно. Вот видите, прям листочки приподняты, стремятся к свету. Вот такие вот растюшечки. И вот самые маленькие я прям буквально на днях пикировала. Вот такие вот самые маленькие. Ну, тоже, посмотрите, бодренько себя чувствуют. Все очень хорошо. А вот и эустомы, те, которые были посажены из пакетиков магазинных. Ну, тоже они приободрились, тоже такие уже. Думаю, может быть, даже на следующей неделе после праздников начну их тоже по отдельным стаканчикам пикировать. Так, хочу похвастаться первыми всходами баклажанов. Вот посмотрите, это вот четверочка, да, вот она, четверочка. Это у нас был гибрид Анамур. Очень так прям хорошо. Из 10 получается 9. Единичная пока вот пятерочка. Вот пятерочку не помню какой. Двоечка, а это Аритуса. Вот их 2. И единичка вот здесь Бибо. Но я там чувствую, что практически еще на подходе. Вот, кстати, еще и устомочка стоит. Это прям вот последний, буквально вчера в стаканчике отдельные пикировала. Вот. Это вот у нас здесь так себя хорошо чувствует и ведет лаванда. Единственная, которая вот так прям хорошо взошла и вытягиваются. Ну, ничего страшного, не буду сюда ничего подсыпать. Единственное, что когда буду пикировать, буду немножечко их заглублять. Так, что еще? Что еще? Еще хочу показать вот такой вот. Смотрите, 19 февраля. Это здесь перчик. Вот перчик написано, да? И вот уже первый показывается росточек. Боюсь тронуть, но это росточек. И вот здесь, вот с этой вот, вот видите, малюхонький-малюхонький такой. Но пока вот их сегодня еще вот так подержу накрытыми, потому что все-таки это еще как бы для остальных может быть рано. Что по поводу горьких перцев? Вот пока выскочили только вот эти 2. И уже вот такие вот они. Это у нас сорт Медуза Горгона. И что это тут вот у нас еще? Красный толстяк. Остальные пока молчат. Остальные пока молчат. Ну, ждем, в принципе-то, еще, в общем-то, для них тоже рано. Что касается петунии. Вот петуния прям требует, чтобы я подсыпала сюда земельки. Вот. Надо обязательно это сделать в ближайшее прям время. Вот она тоже такая немножечко вытянувшаяся. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Мы ее присыпем, и будет все хорошо. Ну, вот так вот сегодня чувствуют себя растюшки. И вот посмотрите еще. Вот так вот себя еще чувствует бакопа. Вот, скоро тоже ее надо будет определять в отдельные стаканчики. Ну вот, видите, как порадовали и эустомы,
И самое главное, что интересно, посаженные прям буквально недавно баклажаны, посаженные семена. Но это вот именно профсемена. Без замочки, без всего, чувствуют себя очень даже хорошо. Вот видите, взошли. Так что вот опять на сравнении. Все опять на сравнении. Профсемена или семена, которые куплены в магазинах, в этих фантиках. Ну что, на этом вести со стеллажа заканчиваю. Всего вам доброго. Если понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. До свидания!